Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Феры и не будь жопой коня. Вебка? Ну, вы уверены? Вы уверены, что хотите вебку? Ладно, хорошо, чатер, вижу. Ой, привет! Привет, чуваки, привет! Вот, собственно говоря, моя новая стрижечка. Вот, я постриглась очень коротко. На самом деле, мне очень нравится... Ой, а что так? Что-то жопа какая-то. Все, все, вот ваша вебка, вот, все, хотели, хотели, вот вебка. Привет, вот, все, вот, вот это моя новая прическа, вот это моя новая стрижечка. Мне сказали мои подружки-художницы, что я похожа на Твайлайт из Поняшек, но не знаю, где они тут увидели сходство. Я жду вашу оценочку в чате. Мне нужна оценка в чате, мне идет или не идет. Я только отвернулась, уже столько донатов прилетело. Ёперный рот, вы че? Когда свадьба с Хередиком? Никогда. Даже не надейтесь. Машка, 100 рублей, я обожаю тебя, вы с Нукзаром идеальная пара. Мы не встречаемся, хватит, пожалуйста. У меня однажды сгорит просто насчет этого. Лина, 40 рублей, Наташ, привет, как вы провели Новый год с Хрейдом? Я не помню, вообще не помню, ничего не помню. Бред, да, какие у тебя планы на 2024? Не знаю, наверное, перестать закрываться в себе и наконец-то перестать бояться камер. Вот, потому что у меня ужасная боязнь камер, и, ну, как вы понимаете, то, что я сижу с вебкой, это прям вообще жесть, это прям событие года. Алло, так, все, все маты, все ругательства закончились, понятно вам? Так хотелось, знаешь. Вот и все. Привет, 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 привет. Сервер включен, Хрейду? Да. Давным-давно. Все, тогда отлично, тогда сейчас врубаю эпик музыку. Наталья, только зас... А я могу ее сам сгенерировать, типа чипи-чипи. Не надо, не надо, не надо, пожалуйста, все. Дуби-дуби, давай, да. Не надо, Хрейд. Почему ты с первого раза никогда не понимаешь? Я тебя все время прошу что-то перестать делать с первого раза, а ты не перестаешь. Почему так? Потому что это неинтересно. Ну, а интересно, когда я на тебя ругаюсь? Почему у тебя назвали Натаха Хрейда Хрейдом? Хрейда не знаю, это все вопросы к Хрейду, потому что это он сам себе придумал никнейм. А я Натаха не знаю. Раньше мне не нравилось, что меня называют Натахой, я в первый же день сказала, что вот, не называйте меня Натахой, потому что мне это не нравится. Хрейд сделал все ровным счетом, наоборот, и по итогу меня стали Натахой называть все. Темнота, 200 рублей... Все, я не умею разговаривать. Темнота, 200 рублей. Привет, это мой первый донат, не знаю, что писать, так что удачи с тебе с Хрейдом. В чем удачи, в чем? Объясни, пожалуйста. Хватит. Это рейдовцы эти вот эти самые. Все, там все пришли, я надеюсь. Тебе хороший вестибулярный аппарат! Ну, мистер Бист, так, меня это начинает напрягать, потому что я знаю, что делал мистер Бист на других стримах. Тебе хороший вестибулярный аппарат? Ну, вроде как да, по крайней мере, никогда не жаловалась. $10. Может, не надо, мистер Бист, не надо, пожалуйста. Настя, 100 рублей, кстати, я тоже недавно постриглась. Хорошо, мистер Бист, может... Ну, не надо, ну, пожалуйста. Я знаю, что вы делали на стримах других людей. Не надо мне такого. Я не знаю, почему это как-то само началось. Просто, чтобы вы понимали, с первой же серии игры в кальмара, когда я только появилась, люди уже начали меня с ним шиперить, и я не знаю, почему. То есть, просто так. Потому что там была шутка про то, что мы Биба и Боба, а потом мы с ним это подхватили, и вот, и все, это продолжается до сих пор. Это продолжается уже что-то год-полтора. Кружись на месте с максимальной скоростью в течение 1 минуты. Кого? Какие? Чего? Мистер Бист, какие $200? Кого? Кого? Сейчас, я, подожди. Я отойду от шока немножечко. Какие $200? Какие $200? Ты что? Ты... Нет, вы, вот так, почему я на ты? Покружиться на... Хорошо, хорошо. В течение 1 минуты. Сейчас, секунду, я... Какие $200? Зацените носочки, кстати. Я очень люблю медные носочки. Как я быстро меняю темы, когда нервничаю. Ой, сейчас, я засеку 1 минуту. А можно не 1 минуту, можно секунд 30? Так, все, я сняла наушники. Ой, ё-моё, как непривычно саму себя слышать. Серьезно? Просто мне кружиться 1 минуту? Дайте так, сейчас. Максимально. Да я разнесу тут себе комнату. У меня комната не такая огромная, чтобы я кружилась на одном месте. Все, раз, два, три. Мне так надо кружиться. Ну, стой, дайте я хотя бы пепел возьму. Все. Тя! Я сильнее не раскручусь. Можно 30 секунд?
телефон на ни одну минуту. Пожалуйста, у меня ноги так сильно не раскручиваются. Сколько там еще осталось? Сколько еще крутится? Ой. Можно все? Пожалуйста. Пожалуйста, меня начинает тошнить. Можно все? Пожалуйста. Пожалуйста. Сколько там еще осталось? Я не знаю. Я не могу посмотреть. Я не могу. О! О, сейчас, погодите. Сейчас, подожди, я... У меня голова кругом. Я то и дело, у меня голова кругом. Ой-ой-ой, как мне плохо. А можно? Минуты это очень долго. Ой, сейчас, подождите, я в себя приду. После такого. Кошмар. Вот чат, вот вам смешно. Ты, солнышко, живи, солнышко. Вот вам смешно, а мне вообще не смешно. Я так понимаю, мистер Бист, своими вашими заданиями я сегодня не пойду ни в каких слэшеров. Играть никуда не пойду. Нет, все нормально, все нормально. У меня голова не кружится, я просто запыхалась. Я запыхалась отталкиваться. Постоянно отталкиваться от стенки. У меня ноги болят. Вот это физкультура, конечно. Спасибо. Господи, я увидела человека с ником Эдисон в чате, я аж испугалась. Сейчас. Мистер Бист, можно больше без заданий, пожалуйста? Прошу. Я не хочу. Сейчас. Мне плохо. О, мистер Бист! Мистер Бист, ай-яй-яй, что вы делаете? Почему все пишут Наташа Солнышко? Здесь Ашан. Да, Ашан здесь. Тут, ну... Крейзи, кого? Кого? Какие 5000? Куда, Крейзи? Крейзи, зачем? Тот мистер Бист это $200 закидывает. А это, между прочим, 20 тысяч. Ох, ё, я сегодня не поиграю, ребята. Я сегодня не буду играть, походу.